А вы не подскажете, к какому числу елка будет наряжена вами? Спасибо. Ну, спасибо. Thank you.
Thank you.
Пышки свежие, вкусные. Здравствуйте, мне одну только пышку и больше ничего. Не страшно? Это только не терминал, по одной пышке. Зато я попал в свою историческую среду в Ленинград. Судя по всему. За наличные можно даже иметь по 20 рублей. Мерси. Вкусная пышка или не очень? Нормальная? Как раньше или нет? Обхождение как раньше. Обе пышку кинули. Но это мне приятно все равно. Это среда. Да. Поэтому я благодарен. Я поэтому взял только одну пышку. Все-таки две мне нужны. Надо же это беречь в печи. Точно. А я вот. Ага. О, Лена. Вот, интересно.
вкусно. Все, приятного аппетита. Спасибо. Потому что либо это все измеряется в сотни. Для меня это вот это вот, ой, девочки. И это было все на... Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо.
Скажите, пожалуйста, вы не могли бы мне кофе сделать? Какой желаете? А, я бы хотел эспрессо маленький. Да, конечно. Хорошо. Здесь будете или вам с собой? Нет, я здесь буду. Здесь. Хорошо. Присаживайтесь, я вам принесу. Да, спасибо. Единственный момент, мог бы я сейчас рассчитаться с вами? Удобно это или нет? Конечно. Как вам удобно? По карте? Да, карточки, да. Только эспрессо, правильно? Да, совершенно верно. Так, давайте. Да, спасибо.
удачно, да? Да, все, хорошо. Да, спасибо. Алло, алло, да, привет. Ты мать честная. Вроде ничего такого не происходит. Ну хорошо, сейчас я матери перезвоню, да, хорошо, он тебе перешлет там. Угу. Понравился. Вы знаете, такой кислоты такой не было. Я не очень люблю кислоту. Мне очень понравился. Спасибо. Да, кофе. Спасибо. Да. Очень такой классный. Спасибо.